Это Лебединое озеро. А это Лебединое озеро Перезагрузка. Суперсовременное название отражает современную эстетику уличного танца, придуманную шведским хореографом Фредериком Ридманом. Идея родилась здесь, в Лондоне. На рынке в Кэмпдоне я увидел белые меховые накидки и высоченные женские сапоги, в которых ходят проститутки. И меня вдруг осенило. Да ведь это же лебеди. В Лебедином озере злой колдун Ротбард превращает девушек в лебедей. У нас же он становится драг-дилером и сутенером. Держит бедных девушек-лебедей в рабстве и принуждает их зарабатывать деньги для него на панели. Для перенесенного в наше время классического сюжета потребовались и совершенно другого рода артисты. Я профессиональный танцовщик. Идеалом для меня был Майкл Джексон. А начинал я и вовсе с брейк-данса на улице. Именно так началась моя учеба. Началось, но не закончилось. Кроме уличного танца, Робин получил еще и классическое балетное образование. Примерно такой же путь проделал и Фредерик Ридман, основатель знаменитого шведского ансамбля уличного танца «Баунс». Для Фредерика Ридмана это не первый опыт переноса Лебединого озера в другую реальность. 10 лет назад он танцевал в модернистской версии классического балета, поставленной его соотечественником, шведским хореографом Матсом Эком. И вот теперь от классики через модернизм к уличному танцу. Совмещение Чайковского и уличного танца кажется мне совершенно естественным. В этой музыке столько слоев. Она звучит совершенно по-современному. Это язык молодого поколения. Ничего подобного раньше мы не видели. Но теперь у нас есть возможность слить эти два мира воедино. Лебединое озеро «Перезагрузка» с аншлагом прокатилось по Швеции, Германии и Австрии. Теперь вот Лондон. Ну а в ноябре артистам предстоит узнать, как эту, мягко говоря, нестандартную версию священной для России классики встретят в Москве и Петербурге.